Так, давайте Делик, наверное, посмотрим. И, наверное, пройдем pay to play, пока у нас пошла волна. Волна говна. Пошла волна денег. Заодно-то pay to play закрыть сразу. Что же челлендж довольно конченый. У меня же есть pay to play. Да, есть pay to play. Пошли, пройдем. Стоит ли идти в Кёрсу, кстати? Она стоит. Там приколы бывают. Ну-ка. Ну-ка. Плюс 2 хп сразу. Просто на этом сегодня закончим. Не, ну я реально думал, что типа, что я ну точно по-любому смогу это сделать. Типа. Столько было, блять, юзов и просто в никуда. Такой-то прикол. Это обычно, по-моему, попроще делалось. Ну, что поделаешь. Бывает. Так, деньги только, наверное, тратим на маппинг, да? Наверное, в основном. Наверное, только на маппинг. И вообще не факт, что здесь стоит идти в тупики, кстати. Что-то, мне кажется, хуйню я уже занимаюсь. В тупики ходить, по-моему, не стоит лишний раз. По-моему, игра и так тебя заставит по тупикам походить. Саму, наверное, это делать не стоит. Там деньги упали, я не вернулся. Даже на босса вход, блядь, платный. Кринж. И таки кайф, хп забрать. Сейчас синяя, может быть, стоило купить, чтобы сделку не сбить. Ладно. Надеюсь, я так ее не собью. Три раза дотерза прокнула. Охуеть просто. Ладно, сегодня не мой день, видимо. Бывает. Не везде везет. Бро! Окей. Это было близенько. Было очень близенько. Ты тупой? Окей, это сделку не собьет. Спейс. Как будто, ну хотя это может пригодиться, ладно. Ну, наверное, хотя. А, ну сундуки же тут обычные, правильно, будут? Типа золотые, наверное, обычные. Правильно, так что в теории может пригодиться. Челленджи все на изи, даже ультрахард на изи. По-моему, на харде челленджи, где ты идешь с ножом на мегастена, но и то не помню. Вот там, возможно, хард. А больше не помню, где еще хард мод. Ультрахард играется на нормале. Чтоб ты понимал. Там тоже не хард. Там только название ультрахард. Не зря взял белый хп. Тупая сливка. Ой, это хорошо. Это надо брать всегда. Пимба. Но не минус тирейд. Минус тирейд брать не надо. Можно выкинуть сразу. Дальше, наверное, просто. И дальше. На тыки перед дата майнер поиспользовал.
Ради мема. Мем вышел из-под контроля. Датамайнер не пошел. Просто Игорь решил подарить смерть. Еще одну, причем уже. Две уже подарил. Причем обе в гриде. И обе абсолютно на пустом месте. И пока все еще ни одного рипа не было. Адекват. Ну, кроме ультрахарда. Ну, ультрахард, типа, это просто долбоебский челлендж. Там, типа, всегда 50 на 50. Так просто пойдет. Вот, это майнер break works. If you get minus TT rate, you get 120 TT rate. Like, if next data miner proc will get, like, negative value. So you're getting maxed tier rate otherwise. And it's pretty easy to do on Keeper, on both of Keepers, because they have pretty terrible tier rate. So it's mostly it's not hard to do, but not in my case. When I got fucking butt fucked by this data miner. And got only free like procs for tier rate and 20 uses. What? Whatever. We don't give a fuck about this in this file anyway. I'm just chilling. We're going for the memes. Like a normal person. Just memeing around. Похоже на неплохой ранг, кстати. Взявки, в принципе, уже билд делают отчасти. Денег просто до хера, окей. Шикарно. Даже тупики пока особо не ловим. Тут надо по лесу поменьше получать. Здесь с получения поебало тоже деньги теряет. Как грида, если урон получаешь. Сто normal game and challenges. Game doesn't track your death and challenges. Так, сегодня формула же в 5, да, по Москве? Что-то я забыл, вроде в 5, там квалификация же. Я успею. Что-то опять... Заигрался опять сегодня маленько. Ну, если много прошли, хорошо. Кипера прошли, обоих киперов, считай, прошли. Вот до прошли, прошли. Как будто это, блядь, спидран, а не нурисет файл. Эх, жаль, стрик обнулили. Такой стрик был красивый. 80. Видимо, так и не сделаем 100 стрик в этом файле. Уже, по-моему, ранов не хватит для 100 стрика, по-моему. Даже если больше не будем умирать. Даже натолстелось, если не будем умирать. Ни разу, что, блядь, вряд ли произойдет. Завтра, да, лост, наверное, будет. Там лост-то лост. It's the key. Надо будет сделать после лоста, наверное, сразу. Чтобы уже о нем тоже не думать. Потом ТКН. Я всю хуйню самую мерзкую прохожу как раз. Все подряд. Чтобы потом уже этого говна не было. В конце там уже, наверное, ничего особо душного не будет. Только сам файл будет хуже. Потом там забеги просто могут быть хуже. Потому что уже говна всякого будет много открыто. Из-за этого чуть душнее может быть в конце. Но все сложные персы уже будут закрыты. И главное, говноед закрыт заранее, господи. Самый кайф. То я вечно его оставлял, что-то как-то поздно. В
пизду его. Уже все закрыто, отлично. И челленджа, по сути, тоже осталась одна картошка, наверное, из прям душных. Наверное. Беттали бывает срет иногда. Там бывает тоже, типа, не везет. Но в целом, типа, шанс, по-моему, не такой большой, что Беттали будет срать с этой ее урной. Ключ красный еще, правда, бывает хуёвый тоже. Там бывают очень тупые лейауты. Ну, как будто в среднем тоже обычно оно проходится адекватно. Плюс можно всякие телепорты найти на рандоме или карты, книжку. Тренер? Ну, тренер, да, тоже пока не пройден. Ну, тренер там, блядь, похуй. Это просто, опять же, 50 на 50 просто. Говорится, Иисус, бери штурвал, там все равно от тебя нихуя не зависит почти. О, в файлах я еще ни разу не умирал на тренере, как будто. Или не помню, что я умирал именно в этом челлендже. Именно на новый рестарт файле. По крайней мере, о, не помню. Как будто обычно везло. Может, в этот раз так же будет. Это будет в самом конце файла. Я думаю, опять оставлю его прямо на самом финал файла. Как и на спидране. Там все равно похуй, когда играть. Ну хотя... Не прям похуй, там типа только влияет что. Влияют какие-то там тринкеты, карты открыл, разве что. Вообще, может быть, тоже его и смысл раньше пройти. Тем-трейнер. В принципе, оно влияет уже маленько. Маленько есть влияние. Все-таки у тебя карты-то, они тоже как бы там есть. Карты, тринкеты. Таблетки. Типа не сильно, но в принципе, наверное, есть. Это смысл тоже, может, его пораньше пройти. Посмотрим. Типа меньше всяких карт будет хуёвых открыто. Всяких таких вещей. Может быть, все равно есть смысл его пораньше пройти. Чуть-чуть. Надо будет подумать. Ебать карт. Вот это получше карта вроде будет. Да, ёб твою мать. Вот с кемухи. Деньги капец. Я так редко... Так денег много имею в этом челлендже. Смешно. Просто какой-то безлимит на деньги поймали. Плюс я встал. Да ты, блядь, сука, я думал, я тебя убью. Это ну копейку вход. Вместо двух ключей. Как будто даже выгоднее. Так даже как будто лучше. Карта нужна. Кстати, а вход в босс-раш тоже платный или нет? Это я не помню. Кстати, может быть, да, там еще, по-моему, какой-то вход, по-моему, проклятый. Да? По-моему, это оно. По-моему, там тоже вход платный, да. И он какой-то еще, по-моему, ёбнутый визуально. По-моему, это в этом челлендже, да. Блять, урод, ебаный, блять, соси хуй, блять. Ёб твою мать, ебаный грит. Просто сдохни. Забыть стрим-карту забрать с собой. Ты тварь. Руки прочь. Он невидимый. Эти ебланы даже спрайт, блядь, не смогли сделать. Господи, уроды.
Они даже спрайт двери нахуй не сделали. Нахуй ты деньги-то отдал? Я же вообще, по-моему, даже не нажимал в ту сторону. О, члена. Копейку обратно верните, твари. Мне копейку спиздили. Животные. Я даже влево, по-моему, не нажимал сейчас. Сыну отдал, блядь, монету. Бред какой-то. Ладно, пофиг, пошли. Гениально. Ладно. Ну, конечно, сильно. Блять. Агрессирую. Вчера-то по итогу не сильно-то и сильный. Чё я нашел? Терзы маленько до демеджа чуть-чуть. Реально весь ран просто на козявках, по сути. О, вот это имба. Вот это имба. Не, деньги-то явно, конечно, станут. Явно проблем не будет с финансами. Это просто доколупать. О, охуенно, Рума. Там маленько тесновато, что ли, в этой комнате? Сданись, блядь. Охуенная, блядь, Рума. Ладно. Таблетки? Да уже пухли. Лените обратно. Уже лень. Хотя ладно, сам иду обратно. Тогда, может быть, съем все же. Я не хочу, у меня скорости не так много. Что-то, по-моему, за век не было ни одной хорошей таблетки, чтобы я мог вообще ее повязать с волос ПХД. Печально. По итогу толку никакого нет фос ПХД в этом ране. Ничего особо не прокает. Ура, костяшка выживет, возможно. Еще один. Не-не-не-не-не-не-не. Деньги вообще, по-моему, не уменьшаются даже. Балдеж. Типа на одном, по-моему, уровне держится весь ран. А это мы, конечно, охуеть. Вау. Я говорю, стабильно, просто раны говна нахуй в этом челлендже, ебаном, уже три файла ран говна. Типа даже Лил Брима, братья, хз, нахуй мне он уже нужен так поздно. Три файла, три конченых куса рана в этом челлендже. Ни одного рана хорошего не было, три файла уже подряд. Какой-то прикол. Какой-то челлендж проклятый просто абсолютно. Так как будто даже это уже можно брать. Не думаю, что у меня деньги закончатся в этом ране. Первый. Туна. Ну, благо этого всего хватает, чтобы пройти эту хуйню. Уже хоть голова больше об этом челлендже не болела. Это главное.
Фига себе, чё там был меч, я даже его не видел. Прикольно. Библиотека. Чё там, Библия будет? Ну типа. Мне букворм помнят. Ну-ка, раскручи, все отдам. Там дюк. Какой дюк? Который дюк ворм? Дюкашня. Господи, я даже забыл уж. Я уже плыву, все. Сраная жара. Что-то как будто под вечер жарче, сука, стало не холоднее. Что за хуйня? Себе. Не, в плане челленджа, да, ран хороший. Типа именно если брать условия челленджа. Обычно денег меньше было, да. Причем, по-моему, сильно меньше денег обычно в этом челлендже. Это правда. В этот раз прям пиздец. Деньги просто безлимитные. Вау, полезный айтем. В игре бывает полезный айтем, оказывается. Подожди, а почему я съел тринкет? А, у меня марблс. Окей. Ладно. Даже забыл, что у меня был марблс. А это не работает. Это не работает. Ладно, пофиг. Тут не поскипаешь, да. Что тоже печально, кстати. Тут Эркс, да. Спасибо, что так скажете, это уже с днем рождения. И с Новым годом. Спейс, это хорошо, потому что я уже сейчас вырублю, скорее всего. Уже пора. Спасибо, Сыктывкар. Так, ну, дошли почти. Ёбнул. Может, тренер еще пройти заодно? Что-то у меня теперь какая-то пошла волна, надо пройти сразу два хуёвых челленджа, а не один. Он же открыт. Да, он же открыт, я же Тейден уже открыл. У меня уже есть тренер. Время еще вроде есть. Быстро сделать. Спидран тем тренера, чтобы сделать 2 плюс 3, а не 2 плюс 2. Сразу красивое число перед завтра испортить. И скорее послезавтра, когда ты лос будет. Вряд ли он будет завтра. Завтра был ласта хоть закрыть обычного. Давайте сходим на ТМ-тренер, похуй. Муж реально повезет. Че уже терять? Терять нечего. Раз начали опять дохнуть. Давно не умирали. Пойти вот трясет. Открывается? Открывается там карта говна, но типа похуй, что открывается. Сам по себе челлендж гадкий. После подумал, что все равно надо его делать раньше, потому что в конце файла будет много всяких рун хуёвых открыто. Руны, карты, говна всякого будет много открыто. Вредного. Сейчас пока у меня пул карты, рун довольно сексуальный. И это тоже все же может маленько, но сыграть. Не особо, конечно, но, блин, чуть-чуть оно может сыграть все равно. Как будто можно и пораньше открыть. Типа там один хер, по-моему, темперен, что ли, там открывается перевернут. Мне типа что обычно, что необычно нахуй не нужен на ластах. Нет, рай будет один, я все равно сегодня уже больше не буду тратить, если сдохну. Попытка будет ровно одна сегодня в темп-тренер. А потом вообще, может, не будет до конца файла. Чисто или сегодня, или там в конце файла буду проходить его. Так, ну по крайней мере,
эта хуйня нормально пройдена. Насрал таблетками. Так, кипера я отметил, что прошел, да? Кипера отметил, pay to play отметить. Хм, с одних рук. Давай. Давай, посмотрим, вдруг повезет. Неактивка. Пока вроде ничего не происходит. При уроне тоже ничего не происходит. Я пержу чем-то фиолетовым. У меня стало больше ключей вроде. А это мы, как всегда, дорого-богато. Так, я получаю красную муху. При нанесении урона, похоже. Но это нормально. Это нормально. Это неплохо. Или я не знаю, когда я получаю. Что-то я вообще нихуя не получаю. Два этому эффектов ноль. Просто ноль. Нехороших, типа, неплохих. Нет, вроде при уроне, только... Чё, блять? Чё, сейчас в комнате нихуя не было? Нет, просто может именно при дамаге паука, блять? Именно, типа, это бред какой-то, ж не может быть, типа, эффект быть на конкретного врага. Просто пердёшь. Просто пердёшь. Блядь, ну и хуйня. Чё-то какая-то хуйня, конечно. Чётко-то как-то пока все скучно. Нет, это точно при нанесении урона просто. Ладно. Вот. Вот что это за хуйня была? Что это такое сейчас было? Что это, блядь, такое? Получил бомбы. Еще одна пассивка. Пока одни пассивки, это на самом деле печально. Пассивки очень сильно могут обосрать мне жизнь. Мне бы лучше активку найти полезную и просто ран закончить. А где? А я не знаю где. То пошли отсюда. Ну чё 2 плюс 3? Ну что за... Ну что началось? Блять. Бля. Бля. Это плохо. Это плохо. Это очень плохо. Это пиздец плохо. Хотя при этом это пока еще не поминки, но это очень плохо. Это при уроне, благо, а не просто так нахуй хотя бы. У меня вроде простуда появилась. Пердёж. Какой-то помощи пердёж пошел. Чё? Погоди. А чё за звуки? Меня не хилит случаем при получении урона? Нет. А чё за звук странный? Или типа, может, это марбл какой-то? Стопроцентный. Это может какой-нибудь марблс. Скорость из-за гриба уменьшается, это гриб. Скорость похуй, скорость обратно восстановится. Это просто эффект гриба. Как будто да, я белки, возможно, ем. Шансом 100%, но это, конечно, не прям сильно полезно, конечно. Как пикаран. Похоже на галб, да. Похоже, что это какой-то галб. Кстати, что-нибудь происходит на пикапе? Как будто нет. Шли в активный уровень, проверим. Сейчас на блевуньку немножко. Мне лучше не надо. Что не происходит? А! Мои глаза.
Во, съем трингет, возможно. Сейчас-то и узнаем. Ну или... Когда-то узнаем. Флешка вообще жесткая была, что-то я ее не ожидал почему-то. Серьезно? Это было быстро. Где все активки, блин? Активки тут обычно игру проходят, а не пассивки все же. Все упирается в хорошие активные айтемы. Алабастер бокс. Я получил тирейд. И меня грипп отпустил. Кайфово. В депсах уже бытовал. Ой, я себе? Может быть, у меня эффект мамсбокса? Вернее, мамские. Я себе. Мамские. Мамс... Хендая. Как умер я, датамайнер, на такипере повязал 20 раз, и этого не хватило. Я не понимаю, что это за звук. Меня это бесит. То, что жрет. Что происходит? Что это такое? Что, блядь? Это эффект мешка, что ли, или что такое там прокает? Что-то пердит, это даже неплохо, наверное. Какашки, это да, какашки появляются. Это хорошо. Какашки это DPS. А, это просто поедание гриба. Точно, там же звук при проке гриба. Я шиз. Я забыл, там же такой звук же есть. Ну да. Забей, это оно и есть. Я думал, что это что-то типа это... Это хилка или... Типа какой-то марблс. Звуки, блядь, в игре, сука, все нахуй одинаковые, блядь. Один звук на... Эффектов просто... Миллион. Думаю, хуй поймешь, что происходит. Слабая библиотека звука. Блять, ну это мы дорогие, я не хочу столько денег тратить на хуй пойми что. Не хочу. Слишком дорого. Очаровальный боб? Не знаю. Я уже нихуя не знаю. Хотя и до этого ничего не знал. Но теперь и тем более. Пока этого как будто мало, чтобы пройти игру, все же. Это не похоже на геймвиннинг ситуацию. Пока что. Это и неплохо, конечно, уже. Но как будто все же этого мало. Я не понимаю, это то ли кирка, то ли кубами, что это проклятое. Не понимаю, что это. Ну что-то типа кирки, но может даже не кирка, а какой-нибудь, блядь, эффект мешка, может. Или просто удар фагота на какой-то, какая-то чушь, короче. Какая-то хуйня прокает. Я полагаю, она не сильно полезна все же. Андора с бакс. Окей, это уже не Пандора, а какая-то, блядь, Андора, нахуй. Понял. Что-то поменялось? Не, нихуя не поменялось. Пока ничего не поменялось. Блять, этот еблан что здесь будет. Все еще ничего не происходит на пикапах. Подожди, он медленный. Он медленный. Он медленный. Это эффект стопвача, возможно, какой-то? Перманентный. Он медленный. Блять, ебаная линза. Сука. Странная линза.
Я походу Broken Watch. Датамайнер. Он вернулся. У нас датамайнер, все. Мы в очке официально. Да. Датамайнер. Сегодня день датамайнера, я понял. День ебли в жопу меня датамайнером. Ну ладно, все-таки, видимо, в конце файла проходим. Увы. Теперь можно брать вообще, по-моему, все айтемы до конца этого рана. Что все равно будет скоро, по-моему, неиграбельно. Хотя пока, кстати, нормальный прокид датамайнера. Может, он будет нормальный весь ран. Как будто это играбельно. Типа, там, 2.5 урон, да. 2.5 урона. Как будто так можно играть, но теперь мне 2.5 урона. Скоро, видимо, будет уже 0.5 снова. Плюс оно, видимо, еще и мне рум активно может, да, по-моему, закосоебить, да. Но еще активный рум может мне выебать. Чтобы еще было прикольнее играть. Спрайт лотоса появляется. Эпично. Ну, терзы довольно много. Терза хорошая, но... этого мало. Уф. Смешная секретка. А, кстати, в случае у меня не просто при стрельбе датамайнер проходит, потому что если при стрельбе, то это смешнее было бы. Хотя даже если бы я буду ломать, типа, это все равно хуйня. Это все равно хуйня идея. Что я все равно, типа, даже если получу терзу, я все равно ее проебу потом гарантированно. Тем же способом. Так что это все равно не имеет никакого смысла. БТВ ни одной активки. Не-не, у меня сейчас было в активной руме, это точно не от завершения румы. У меня в активной руме был сейчас, вот. Это было не от завершения. Оно прокает просто от дэмэджа, походу. От нанесения урона прокает просто. Ну или от смерти врага, там хуй поймешь. От смерти или просто от нанесения урона. Один член. Все еще ни одной активки. У меня, возможно, какой-то ебаный ноутринкет, блядь, вшитый. Активок просто нету. Их просто вообще нет. Какой-то бред. Буквально ни одной активки за 4 этажа не увидеть. Как же это плохо. Ну хоть урон больше не падает. Сказал Фуча и получил 0.5 урона через 10 секунд. Тот спид падает. 0.6, окей. Но это не страшно, с этим живут. О! Плюс дэмэдж! Да не стоила игра. Ты чё, ебанутая? Ты чё, ёбнутая? В смысле плюс дэмэдж? Куда мне 3.5 урона? Ты чё, сумасшедшая нахуй? 3.5 урона, это ж пиздец. Где такое видно? Да, это кирка БТВ точно. Это реально кирка. Ядрон. Ядрон батон. Рон-дон-дон. Ой. Ну. Давай. Black Lotus. Че, правда, что ли? Че, серьезно? Да не верю. Да не верю, что это Black Lotus. Не похож. Ну, возможно. Еще будут эффекты смешные, нет? Тогда уже мне просто игра просто выебет. Уже окончательно.
А что-то живем. Блять, спиддаун, сука. За что? А чем я с уроном? Wait, what? Что не происходит? Нет. Чем я с уроном? Здорово, пивной. Да ёбаный, блядь, Кирка, сука. А, стоп! Чё? Чё сейчас было? Я взял таблетку, но я активировал ножницы. А? А, дальность 2,7. Пон. Не, ну это максимальный пон. Не, ну это ладно. Это ладно. Или это при уроне было? Типа я при уроне удалил таблетку и получил ножницы? Не, ну кстати, при уроне ножницы это неплохо. Это хороший эффект. Это охуенный эффект. Так-то. Хотя можно я... Я как-то страшно становится. Можно заберу хп? Тут Кирка никогда уже не прокинул. Ну ладно. Тут Кирки не будет. А я думаю, ты не можешь сделать рейндж ниже, чем 0. Это только так с терзой поди работает, наверное. Скорее всего. Слушай, может больше не берем айтемы? Как будто это можно пройти. Как будто это можно как-то пройти. Это странно, но как будто я это могу пройти. Я пока особо даже не напрягаюсь. Типа что-то пердит, что-то какие-то мухи. Какая-то хуйня происходит, и как будто берешь и проходишь. Ну вот, конечно, датамайнер, конечно, маленько расстраивает. Иногда. Ну, дамаг они типа так себе дают. Он же типа на одну руму. Дамаг это абсолютно бесполезный. Он тут же исчезает. Дамаг-то там такое себе удовольствие. Скорость падает, вот что печаль. Скорость тоже не очень. Еще у меня битроял эффект есть. Че, по-моему, зубы есть? Чего только нахуй нету? Охуеть. Чего только в этом билде нету? С ума сойти. О, это 2,5 урон. Я жду просто первую активку. Я уже беру из принципа. Меня заебало. Где все активки? Че за хуйня? Почему нет ни одной активки вообще? Узкая рума, господи, я не понял, что она узкая. Хуеть. 0.48, окей. 0.40, окей, враги удалились, хорошо. .028, вот это уже похоже на проблему. Ну хотя ладно, дали 0.48 обратно, окей, спасибо. Спидап, 0.68 обратно вернули. Шикарно. Первая активка! Господи, я дожил до первой активки в этом ебаном сиде. 6 нахуй этажей всего-то. Всего-то пришлось подождать. Блять! Блять, там каблук. Бля. Бля, это плохо. Теперь вопрос, это что? Активка делает нихуя. Эффект нихуя. Это типа ноги, которые просто тринкет, или которые, блядь, лопата. Если лопата, мне пизда. Вообще пока это похоже на тринкет, который просто стомпает 20 секунд. Раз 20 секунд, тогда это не так страшно, окей. Тогда это может быть не так страшно.
Ебать там законтужено нахуй все. Контуженные. Ну окей, это походу тринкет, это не лопата. Лопата это были бы все, это точно была бы смерть, тем более с моей скоростью. Возможно, не сильно помешает. Минус хп? Да? Я потерял хп? Даже не видел. Хуё вот это. Активка, я не знаю, что она делает. Как будто нихуя. Как будто ничего она особо и не делает. Не знаю. Дайте другую активку получше. Дайте получше активку, мама, не надо. Мама, не надо наступать на меня, господи. Так все плохо. Нет! Пись ты в рот, ебаный магнит. Скорости вообще, блядь, нет. Ты хуету доджить. Пиздец. Мне хп не хватит, чтобы дойти до этой хуйни, наверное. Тупо хп закончится, нахуй. А, да. Это было быстро. Сейчас по-любому наступит на меня, подожди. Вау! Я потерял хп! Блять! Все, смерть. Это смерть. Вот теперь это смерть. Походу, вот это был финал. Вот это был, походу, финал. Я вижу, да, я, походу, теряю хп за пикап айтемов, что ли? Или что это за хуйня? При подборе хп. Надеюсь, только теряю красное, кстати. Если я теряю не все хп, а только красное. Пиздец еще, все. Смерть. Смерть так смерть. Блядь, пизда. Ебаные киты красные, все. Ладно. Походу все же не дожили. Все же не дожили. Может быть, стоило не брать уже реально айтемы. Может быть, стоило уже попробовать пройти так. Бам какой-нибудь. Я насрал. Контейнер. А теперь мне дали контейнер, что? Чё нахуй? Чё происходит? Происходит охуенное. Нет, я потерял активку новую, да? Я потерял новую. Да ты сука, ну ёб твою мать. Я потерял новую, да, активку, а взял старую. Ну ёб твою мать, сука, эффект какой-то долбоёбский попался. Реально. Прогулка максимально неспешная. И, кстати, даже может быть хорошо. Нет, не сильно хорошо, окей. В меру хорошо. О, дай мне хп. Или айтем. Это хороший, да, айтем, ладно. Дай мне полезный айтем. Да, ладно, нормально. Слушай, мы живем. Point one из bottom cap. So we close enough, but not quite there yet. We getting close. Блять, что? Что это было? Благо у меня ножницы, окей. Как-то мне это, я уверен, поможет в этой прекрасной жизни. Не-не-не-не-не-не, это шлюха, блядь. Терял белое хп. Чуть-чуть, сука, выйти не успел. Чуть-чуть выйти не успел. Буквально, блядь, маленько. О, меченый, где? Все еще может получиться, я уверен. Все еще может получиться. Синие хп пошли, what the fuck? Wait. Это может быть не совпадение? Ты.
Киты. Откуда киты, сука, берутся, ебаные? Откуда они нахуй? Откуда киты? Сейчас не было урона, да? Это было нет урона. Я думал, типа, это от получения урона, если я вроде урон не получал. Из моря. Ты умен. Ну хоть не из речки. Скорость, кстати, вернулась, да, реально. Опять, по-моему, будут киты. Блядь, что происходит? Что происходит, сука? Я в порядке. Я нихуя не в порядке. Что это было, нахуй, опять? Блядь, я еще не понимаю, как они стреляют, потому что ебаный дата-майнер конченый. И нога эта ебаная все еще ебет меня. И скорость обратно упала. Скорость обратно кончилась. Пошла в пизду. Блять, ты казалось, что я в порядке. Слушай, ну стресс, Олег, подожди, у меня статы появились. Прям хорошие. Нет! Не надо. Не надо, не надо! Да тут как, блять? Ну хотя ладно, окей, нормально. Но в сундуке я уже ничего не беру, наверное. В сундуке я уже ничего не беру. Надеюсь, как-то все же мы это допердим. Блядь, ебаный датамайнер, сука. Я ж вообще ничего не понимаю, что происходит. Ну хотя ладно, может быть, что-то понимаю. Слушай, линза по итогу в плюс пришла, ладно. На линзу зря я срал, получается. Возможно. Киты. Киты остались, не киты не остались, окей. Где? А. Боком полетел. Окей. Бокалёт. Бля! А, он удаляет пикапы. Вот что он делает. Я бомбу свою только что удалил. Этой активкой. Охуенно полезная активка. У меня пердушка появилась или она была? Ой, вот. Она была? Я не помню. Как будто ее не было. Yes. Yes, 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 yes. Yes! No! Yes! Да кто меня дамажит, блядь? Не было там урона. Иди нахуй, тварь. Не было там, блядь, урона. Соси. Слушай, у меня охуенные статы при этом. Как у меня такие статы хорошие? Я вообще не понимаю. В чем прикол? Почему у меня такие большие... статы. Это странно. Я вообще не понимаю, за счет чего. Или реально такой хороший майнер в этом разе. В этом разе. Разе, блять. В этом ране. Блять, надо меньше поебал получать. Я так не дойду нихуя. Как будто меня что-то дамажит, но хотя вроде нет. Нахуй. Блять, я опять-то. А-а-а! Я могу пердушку из своей бомбы сделать, вот чё. Теперь я все понял, куда пердушка. А, интересно. Это хорошая идея? Как лич страшно летит, блядь. Ай, бля. Тоже боком летят. Какая странная хуйня. Блядь, хиллер, сдохни нахуй, ёб твою мать. Пиздец. Карта, окей. Я могу за ней вернуться, наверное. Блять, нет, я за ней не вернусь. Пиздец, я проебал Хермит. Плохо. Я проебал Хермит. Это плохо. Это плохо. Стоп.
Я теряю статы еще какие-то при нажатии активки. Че нахуй? Ладно, неважно. Эта хуйня заспаунилась. Пердушку сделаем. Он очень медленный, это хорошо, наверное, опять же. Да иди нахуй. Нога, ты охуела. Я, сука, дожил стоял. Дай покушать срочно. А! Успел. О, успел. Нет. Типа, если хп закончится, тогда возможно брать айтемы. Если я, конечно, успею за ним еще пойти. Если я успею. Большое если. Это очень большое если. Скорость опять. Господи, дальность 33. Дальность охуенная. Просто легендарная дальность. Все ушло в дальность. Нет. Окей. Дай синяя. Слушай, да давали же синий хп. Блять! Нет! Да там майнер не надо. Don't do it. Блять, я не вижу, кто. Я думал, это какая-то хуйня просто ползает по экрану. Что же это не враг никакой. Костяшка, не уходи. Отдай. Костяшку терять нельзя. Чего нажимаю активку, она нихуя не делает. Только он на ББ нажму, чтобы опять эту пердушку... О, нога ёбнула по боссу, потому что он, сука, на пол экрана. Ой, хорошо. Ой, это было хорошо. Я это не задолжен никаким членом, вообще никаким нахуй. Просто невозможно с такой скоростью. Не бери айтем. Срочно. А! Успел. 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 Слушай, муху, по-моему, не забрали. Wait, what? Муха осталась, по-моему, на переходе в другую комнату. Или показалось? Да куда? А хотя ладно. В них хуяри. Похуй. В них хуяри. Пошла нахуй. Дай хп. Дай хп. Блять, что? Это еще не конец. Что за этаж долбоебский? Охуеть, этаж огромный, блядь. Да пошла ты в пизду, блядь, тварь. А это луп. Пизда. Это ёбаный луп. Тогда мы просто нахуй в пизде. Я вообще не знаю, куда идти. Тогда мы в тотальном говне. Я, конечно, могу подумать, что это будет дальше вниз куда-нибудь. И затем может быть, ладно. Ага. Это майнер, остановись, пожалуйста. 0.19 скорость. Ну я ж не пройду с такой скоростью. Я ж не пройду нахуй. Просто не пройду с такой скоростью. Нога, ты была близка.
Киты. Киты вернулись. Киты вернулись. Тут же, благо, ушли обратно. Блять. Оу. Дай дожить. Дай дожить. Может быть, доживем. Реванш над датамайнером просто второй раунд. Охуеть. Еще пытался напоследок. Вау, вау. Не, ну это было удивительно. Это было по меньшей степени удивительно, что это было пройдено. Ну ладно. До конца не верил, что мне даст этот ебаный датамайнер пройти. Жесть. Ну вот, минус 2 челленджа хуёвых. Хорошо. В принципе, считаю, одна картошка осталась в основном. Ну, в основном, ладно. Ключ красный я тоже могу, наверное, зарофлить, если захочу. Окей.